Здравствуйте, товарищи! В эфире подкаст «Мишура». Подкаст про кей-поп. Преимущественно про него, иногда про что-то еще. Меня зовут Михаил Судаков. Шура из «Зеленой комнаты». Да, не забывайте, кто мы такие. К тому же под нами подписано. Там должно быть подписано Судаков и Гарин 85.ru. Да. Вот, мы сегодня обсудим и новости из кей-попа. Мы, опять же, расскажем про наши любимые релизы недели. Двух недель, простите, которые прошли. И мы даже ответим на вопросы наших спонсоров. А у нас, вы не представляете, появились спонсоры. Потому что у нас, как написано в центре этого видео, замечательного, есть свой собственный, собственно говоря, как сказать, Бусти. Для донатов. Вы там можете заходить, нас поддерживать. Нам будет очень-очень-очень-очень приятно. И вот наши первые спонсоры, которые у нас имеются, мы прям благодарны, что они поддержали раньше всех остальных. По-моему, это очень круто, и, по-моему, это замечательно очень. У нас наша прям главная спонсор, который статус эксперт, это Ава Кошкина. Спасибо ей большое. Мы обещали называть в начале подкаста. Вот, но мы еще в начале подкаста можем, в принципе, называть и новоприсоединившихся спонсоров. У нас есть еще один спонсор, это Sakura93. Вот, буквально только сегодня присоединилась или присоединился, я уж не знаю, тут сложно сказать, потому что никнейм. Скорее всего, Сакура все-таки присоединилась. Вот, тоже большое спасибо. И, товарищи, присоединяйтесь к этим замечательным людям. Нам будет очень приятно. Вы сможете и в прямом эфире, у нас сегодня, опять же, важная новость, мы сегодня наш подкаст транслируем в прямом эфире. Прямо сейчас, могут смотреть люди. Да, прямо сейчас, конечно, и там тоже какие-то вопросы задавать, с нами общаться в чатике, в котором у нас специально для этого придуман, уже создан, мы там уже вовсю общаемся, на минуточку, между прочим. И заходите на boosty.to/mishurapodcast, поддерживайте нас, нам будет очень приятно. Вопросы, общение, возможность смотреть нас в прямом эфире, онлайн-трансляции и т.д. и т.п. И всякие прочие плюшки. Бонусные новости. Да, бонусные новости, на минуточку. Главное про это не забыть. Но помимо бонусных новостей, у нас есть обычные новости, которые мы сейчас обсудим с удовольствием. О, да. Прям по очереди. Прям начнем с обсуждать, да. Да начнется обсуждение. Так, ну у нас тут прям три, вот так вот, паровозиком идет три новости про наших горьких луковых 50-50. Все никак у них бедных это Санта-Барбара девчонок не закончится, бедолаги все, кто участвует в этом во всем. Тут новость у нас то, что Кина из 50-50 рассказала, ну, в общем, свою историю со своей стороны Dispatch. Взял у нее интервью. Вот. Ну, еще до этого новость была, но мы ее не взяли, просто то, что Кина отозвала иск и вернулась, собственно, на поклон к директору гендиру Attract и, в общем, сказала, что все, я извинтеляюсь очень сильно, давайте дружить обратно. В общем, она единственная, кто на такой шаг пошла. В принципе, мне кажется, очень здравый шаг, если честно. Да, вот. В данной обстановке, учитывая, опять же, все это не просто так, все это после того, как уже суд сказал, всего хорошего, до свидания, вы не правы, агентство право. Это единственный, по-моему, разумный шаг, либо сказать, вообще вы все дураки, не лечитесь, я буду судить до последнего, но перспективы не очень, поэтому да, почему бы и не так сделать. Вот. И рассказала она, как и их всех девочек, PD Ансон Иль, это, я так понимаю, продюсер музыкальный, который вот им и в дебютном альбоме песни писал, и вот этот злополучный Кьюпид он тоже им написал. Вот. И, видимо, я так понимаю, он понял, что... Как написал, в общем, да. И то, что... ну, в общем, понял, что это золотая жила, и что надо, короче, брать дело за рога. И начал какие-то там махинации исполнять. Ну, опять же, это... В общем, мы до конца не будем знать правды, потому что, естественно, Кина вернулась в родное агентство. Ее там, может быть, тоже науськали что-нибудь сказать этакое. Вот. Но, учитывая то, что Dispatch там проводил какие-то некоторые расследования, вот, что есть все-таки плюсики в копилочку к тому, что Кина не безосновательно высказывала там свои какие-то... свою сторону. Ты что думаешь по этому поводу? Извините, а газлантик, напомните мне, старперу, газлантик — это когда ты что-то сам натворил, обвиняешь другого или как? Нет, газлантинг — это когда вот ты точно знаешь, что этот факт был,
Вот, а другой человек говорит, нет, ты сумасшедший, что ли? Не было никогда такого. Все, понял. Постоянно путаюсь, где газлайтинг, где что-то еще. Я понял, да. Сейчас этих терминов модных. Я, пожалуй, с тобой согласен. Тут в данном случае похоже на правду. Опять же, до конца утверждать нельзя, да пока что-нибудь не докажут. Может, в суде, может, просто так, да. Любят, конечно, друг друга все обвинять в газлайтинге, в том самом, я просто обычно по-другому это называю как-то, вот, друг друга обвинять в брехне чистой воды, типа, нет, так было, нет, ты брешешь, ну и пошло-поехало. Очень возможно, как бы, скажем так, жалко, если это так, конечно, очень жалко, но, с другой стороны, блин, современное общество, особенно развлекательное общество, не общество, скажем, индустрия, там вот эта, я думаю, фигня направо и налево, не только в кей-попе, и в кино, и в сериалах, и во много в чем еще. Вон в кино эти скандалы постоянно гремят, только просто их стараются замять, и тут, скорее всего, тоже большая часть скандала заминается яростно. Но поскольку вот это все полезло на свет божий, все связано с 50-50 и с аттрактом, то это вот и... Получите, распишитесь, как бы. Вот. Все-таки приятно, что про, условно говоря, агентства, которые мне не безразличны, все-таки в первую очередь, типа там GYP Entertainment, таких слухов, ну, вообще информации либо нет, либо ее мизер, либо ну вообще не доказано. Или пока что. Прям теплом души от этого. Ну вот, жалко, блин, все-таки девчонок. Потому что сыпется-то хейт не на дяденек, которые не поделили золотую жилу между собой, да? То есть все понимают, что это золотая жила, ну, в принципе, этот коллектив из четырех участниц. Вот. И мутят, крутят-то взрослые дядечки, которые умеют считать деньги и нанимать всяких людей, которые могут всякие хитросплетения создать, чтобы дело запустить. А девчонки-то просто хотели быть... певицами, просто хотели быть айдолами, вот послушали, доверились, потому что, ну это же не просто, вот их обвинили в том, что они там предательницы, да, но у них же все-таки еще в Корее берем во внимание то, что нужно к старшим с уважением, вот этот старший, который их PD, не просто дядя с улицы, да, а тот, который с ними работал с дебюта, по сути, сказал, что вот тут, в общем, какая-то тема, я вот хочу вас спасти, и девчонки, естественно, такие, ну, наверное, надо поверить, и давай в эту игру играть с ним. Вот, но это опять же, с точки зрения вот этой, как там на самом деле, мы не знаем, и, может быть, никогда не узнаем. Вот, но в целом, в любом случае, какая бы там ситуация ни была, девчонок жалко. Вот одна умная вернулась домой, так сказать. Потому что, может быть, там ей простят какую-нибудь там часть. Обвинять в том, что ты женщин ненавидишь. А, вот да, я же мизогиния воплоти. Да, известная. Значит, предатель своего рода, я бы даже сказал. Да. Ты не понял, да, речь о какой-то, господи, чуть ли не первом подкасте, по-моему. Да. В комментариях, которым Шура умудрились обвинить в том, что она сказала, девчонки, они вот танцевать и прочее их учат, а юриспруденции их не учили. И Шура говорил о том, что они маленькие, но люди, как всегда, нетизены, они все понимают так, как им хочется, и они подумали о том, что вот просто женщины, они вот танцевать и петь, да, а вот юриспруденцию они как-то не особо. Да. И неважно, там девочки, мальчики... Это просто факт того, что в этой индустрии, если ты погружен в это, ну, с утра до вечера, грубо говоря, они там тренируются, да, актерское мастерство какое-то обучают, там, не знаю, позинг, не позинг, ну, музыкальное продюсирование тоже там у кого-то в трене существует, это то, что они там сколько-то песен должны написать, то есть они вообще с утра до вечера вот этим живут, какая им там юриспруденция, ну, может быть, кто-то для своего чисто просто по интересу, по фану там, изучает какие-то штуки, но что-то мне подсказывает, что, ну, мало кто этим занимается, и это неважно, какой пол здесь участвует в этом. Вот это. Согласен. Ну, вот у нее так с тремя девчонками, или с двумя, или с сколькими там разорвали контракты, да. Близняшки и вот. Еще одна рэперша. Да, совершенно верно. И Атрак с ними официально разорвал контракты. Да. Сио, Сена и Аран, получается. Вот. Ну, видимо, не хочет их больше в себя аттракт. Ну, они, кстати, писали же, что, ну, вот эти три оставшиеся участницы, они писали, что они готовы вернуться в агентство Аттракт только при условии, если Гендир не будет с ними взаимодействовать. Вот так вот, короче, поставили. Конечно, это, конечно, интересно. Да, вопрос. Мы готовы сниматься
фильме у Стивена Спилберга, если с нами Стивен Спилберг не будет взаимодействовать. Mm-hmm. Ну, что-то в этом роде. Не один в один, но типа того. Ну, окей. Ну, вот. Это, мне кажется, те условия, которые заранее невыполнимы, поэтому... И суд в итоге отклонил предварительную апелляцию 50-50 на судебный запрет против Attract. Это вот, собственно, к трем оставшимся. Не согласны мы воюющим до сих пор. Ой, блин, не знаю, неужели они такие доверчивые, что вот... Хотя, опять же, мы можем тут воздух гонять долго и нудно, а там может быть вообще какая-то третья ситуация, о которой вообще никто не в курсе, и они ее умалчивают очень сильно. Я думаю, да, плюс, я думаю, ну, то, что у них апелляция была, это просто обычная уже процедура, если тебя суд вынес не в твою пользу кто-то, или в твою пользу недостаточно, потому что я видел и другое крутое, когда был суд у Apple и у Samsung очень громкий. Там, по-моему, Apple выиграл, а потом подал апелляцию, потому что их компенсация не особо устроила. То есть, нет, а мы хотим больше. Даже и так было. Там обе стороны апелляцию подали. Samsung сказал, мы недовольны тем, что проиграли, а Apple сказала, мы недовольны тем, что мы получили не там 100-500 миллиардов, всего лишь 100-400. Что это за дела вообще такие? В общем, да. Что-то в этом роде. Окей. Продолжается эта история, будем за ней следить. Очень интересно, и действительно, девчонок очень жалко. Но посмотрим, да, вдруг жалко, они найдут себя в другом агентстве. А Кина, Кина, да, ее так зовут? Или Кина, как? Да. Вот ну, это ее псевдоним, здесь. Там имя у нее да, другое. Да. Может быть, все-таки как-то в Attract ее пристроят, все не будет хорошо. Может быть, все-таки и в ту группу, ну, хотя, если она будет создаваться на шоу, вряд ли ее туда включат. Ну, либо на шоу ее, ну, опять же, отправят как, да, как участницу. Либо она себя докажет, а у нее уже все хорошо, там, так понимаю, с вокалом, со всем остальным. Ну, она рэпчик. У нее такой голос, как у Масяни. Ну, да, не как точно, у Масяни, но я ее Масяни обозвала, как мы с первого клипа их познакомились на стримчанском. Я говорю, что из-за Масяни такая? У нее такой тембр смешной. Хорошо, хорошо, да, интересно, конечно. Окей, ладненько. Погнали дальше. Давай тогда дальше. Да, от Attract'а и несчастных девчонок к чему-то еще. Всему-то более прекрасному, допустим. Вот все участники, ну, не все уж тут, мне кажется, EXO присутствуют на свадебной церемонии Чена. Это вообще прям замечательно. Это бесконечные страдания у Чена закончились, потому что, ну, не знаю, в курсе ты не в курсе, у него уже две дочки так-то. Успел. Молодец, постарался. Да, повышает. Не сыны, а дочки. Вот, и там и после первого, и после второго ребенка, естественно, нетизены сидели с бойкотом возле здания СМ и просили, чтобы Чена срочно выгнали, потому что он порочит репутацию группы. Вот. Ишь, дебилы! Сказочные-то, я прям не знаю. Сказочные это точно. Вот, и наконец-таки такими дебилами. Случилось, да. Случилась свадебная церемония, и вот братишки к своему братишке пришли поддержать его в столь замечательном мероприятии, вот, как создание новой корейской ячейки. Радовались бы, у них там с демографией все плохо, а Чен им штампует корейских детей. Очень приятно, ну, видать, как по-настоящему дружат. Они абы как, они для красного словца. Это прям очень приятно, я считаю. Тут я смотрю, и Кай присутствует, то есть он прям с армейки дернулся, потому что он же ушел после своего камбэка в армию. Вот, так что, видимо, просил выходные дни ради этого мероприятия. Здорово. Красава. Красава. Так что поздравим Чена наконец-таки. Да. Поздравим. С заслуженным воистину поздравим, да. Да. Поздравили и едем дальше. Да, давай. Так, сегодня чего-то у нас про мужчинов много, походу. Да, про девочек. Про девочек, если есть, то печальное преимущество, да, всякое. Ну, там, суды, разборки, а у мужиков все тоже новость. По-разному. Да. Окей, хорошо. Севентин, групп Севентин. Тут две новости. Вот. Сначала то, что в предрелизное время они установили новый рекорд по количеству предварительных заказов. 5,2 миллиона альбомов с их 11-м мини-альбомом Seventeen's Heaven. Очень классно. Поздравляем, ба. Да, во-первых, они поставили рекорд по предзаказам. Это
до хера просто, простите. И судя по продажам, ну, они там достаточно быстро все раскупятся финально, когда они уже прям из магазинов улетят куда следует, да, как это Хантео считает. И тогда вот там сейчас за 4 дня, то есть у нас сколько получается? 5,2 миллиона. Да. То есть они обогнали, круто, получается, 5,1 у Стреев был с Five Star. Да. Не очень большая разница, ну, конечно, очень, но тем не менее обогнали. Факт. Но тем не менее приличная. А, более того, потом у них, значит, в первый день они немножечко себе уступили, самим себе, родимым. Они в первый день продали 3 миллиона 288 тысяч 17 копий. Угу. А первое место это у нас FML. Там почти 4 миллиона. Там 3 миллиона 998 тысяч 373 копии. Но они потом просто продолжили очень хорошо продаваться. Там, возможно, были проблемы с поставками, как часто бывает. Либо еще какая-то. Там иногда, конечно, смотришь и обалдеваешь от того, как товарищи манипулируют продажами. Мы сейчас не про 17, я в целом. Да, потому что видно иногда, что там придержат, например, в первый день продажи, чтобы продажи попали на второй, третий, четвертый день. И это позволило группе или артисту набрать больше очков в каких-то музыкальных шоу, да, потому что там считается продажи тоже. Там вот эти вот... Ну, то, что продолжительность дней продаж увеличивается, совершенно, да, количество? Совершенно верно, да, чтобы оно подольше, чтобы оно растянуло, условно говоря, на следующую неделю, а не просто все вот продажи в первый день у тебя, да, свалились там 99%, а все остальное уже по копеечке, такое тоже бывает. То есть иногда видно, что здесь хотят рекорд поставить, это опять же мы не про 17, а мы в целом, такое бывает. Здесь хотят поставить рекорд или хорошо выбиться, а здесь хотят, наоборот, чтобы подольше растянулось, и поэтому они стараются, чтобы не вот так, а вот так, и много-много продается. Вот. И здесь просто, скорее всего, недостаточно много сразу же успели поставить в магазины, и в итоге оно очень хорошо продавалось, и за, получается, 4 дня у них продажи 4 миллиона 629 тысяч 379 копий. То есть у них натурально во второй день уже еще один лям продался почти. Просто такой, а, нате, еще один лям. Обычно просто после первого дня продажи очень сильно падают, у большинства групп здесь вот ничего подобного, да. И в итоге у них на четвертый день уже самые высокие продажи для парней за первую неделю. То есть у них раньше рекорд был, я сейчас не помню, сейчас я посмотрю, скажу, какой там именно продаж был за первую неделю, но достаточно, сейчас скажу. У нас сейчас рекордсмены за первую неделю это Stray Kids все еще, 4 миллиона 617 тысяч копий, а на втором месте Seventeen был 4 миллиона 550 тысяч копий, а теперь все, их обошли, они и Stray обошли. Это теперь мало того, что самый продаваемый альбом за первую неделю, хотя еще неделя не закончилась, еще 3 дня еще до недели осталось. У Seventeen еще и самый продаваемый альбом за первую неделю ever. Так что все рекорды побиты. Ну, почти, да. Вообще. Теперь самый продаваемый день у Seventeen, самая продаваемая неделя у Seventeen, ну и так далее. Здорово, молодцы, очень. Красавцы, у меня даже в числе вот того количества предзаказников мой сет там тоже есть. Я тоже поучаствовала. То есть ты помогла? Да. Если не ты, вообще, не дать рекорда никакого. Никаких 5,2, вы что? Гарантирую. Да. Отправила. Откуда вам. Откуда такие цифры-то? Только если вот. Успеха вам. Благодаря Шуре. Да, однако. Окей, хорошо. Вот. И далее они еще... И что у них еще, да? Побивают всякие успехи везде-везде с этим же альбомом. То есть у нас открыла новые горизонты группа Seventeen. Так, заглавная песня тра-та-та-та-та. Первое место в основных отечественных музыкальных чартах. Мелан, Дженни, Бакс какой-то. Наверное, тоже какой-то. А Бакс тоже достаточно известный, да. Ну, я, видимо, не шарю за эти чарты. Вот. По-моему, то ли 4, то ли 5 основных, это вот прям. И получается, достигли важной вехи, став первой мужской группой, занявшей первое место в Мелом топ 100 в этом году. Молодцы. То есть у нас получается, что в этом году что-то как-то Мелом топ 100 никто из мужиков не занимал, что ли? Это, конечно, интересно. Ну, именно вообще. Группа, может быть, сольные, вот как раз-таки что-нибудь, может, бантановские соляки, какой-нибудь этот... Бантановские соляки, трот сплошной, да? И трот, я забыла, как его зовут, этого дядю, который вечно тот подается. Тот самый чувак, который супер-тротер у нас. Ага. Прям, ух. Вот. В общем, первое место в чарте iTunes, Top Song в 29 странах и регионах. Да уж. Так, что еще у нас...
в iTunes, японском iTunes, да. Альбомный чарт. И первое место — альбом Line Music, крупнейший музыкальный сайт Японии. Ну, в общем, короче, везде и всюду молодцы. Порадуемся, да, за красавцы, пацанов. Да, красавцы. Нет, поздравляем искренне. Я вообще каждый раз радуюсь, когда вот новый рекорд по продажам. Это всего лишь показывает о том, что кей-поп все более и более популярен становится. Очевиднее, только в Корее скоро, сколько альбомов покупают, в Корее столько жителей не будет, на самом деле, такими темпами. Ой, там... По всему миру. У меня сердце кровью обливается, когда я натыкаюсь на эти фотографии, когда возле какого-нибудь магазина, где продаются альбомы, просто рядом с урны, и в урне просто фотобуки валяются, потому что... Ну, народ там, видимо, ну, как бы это у нас доставка, это все дорого стоит, а там у них нет, не сильно дорого, видимо. Они покупают там штук 5 альбомов, выходят, карточки достают, и, а зачем им эти все? Ну, как бы один, может, экземпляр взяли, хорошо бы, если бы, а остальное на выкидку. Думаешь, господи, это что такое? Кощунство! Ужас. Ну вот, тем не менее. В общем... Молодцы. Жалко, конечно, то, что это что-то страдает у нас, пацаны. Потому что у нас Эскупс с коленом. Сейчас вот получается, ну, Эскупс лидер, лидер рэплайна. Вот. Получается, сейчас камбэки заканчиваются, ну, типа промоушен, и он уходит в хиатус. Сначала он просто присутствовал на всех мероприятиях, но в кресло-каталке. Вот. А сейчас решили, что нужно, в общем, в хиатус все-таки пойти. И Мингюша у нас что-то с болями в спине тоже ушел на покой немножечко восстанавливать силы. Потому что сходил в больничку и сказали, надо бы отдохнуть. Не надо злоупотреблять своим здоровьем. Вот такие пироги. Так что еще и поздравляем с победами и желаем здоровья всем. Не надо болеть. Да, да. Совершенно верно. К тому же здоровье всем нужно. Вот, например, у нас тут расставание века почти случилось. Да. Ну, и такое стихийное объявление и такое быстрое расставание, что уже даже... Что-то как в общем, караул... Может, объявили просто надо. Поздненько? Джису из Blackpink и актер Ан Бо Хён расстались. Естественно, все уже эту новость знают, но как бы и мы обсудим, а чего нет. Ну, знаешь, не так давно я узнал, что они встречаются. Мы себя даже, если я даже за них очень сильно переживал. Они не так давно объявляли об этом, если честно. Тем более, что я не успел за них сильно порадоваться, поэтому и переживать прям себе не буду. И расстраиваться не получается сильно, да? Такое случается, они люди взрослые. На сколько? Джису 28 лет, актеру нашему 35. Это не тот случай, когда 16 лет девочке, она рассталась, или мальчику, и он потом... не знаю, бежит там, блин, с моста прыгать. Пубертатные сложности, люди, да? Они... Да-да-да, они такие, типа, не печально, грустно. Не сошлись графиками, все. Обычно у людей не сошлись с характерами, а у айдолов, актеров все время не сошлись графиками, извините. Видите, может, у кого-то альбом лучше продался, чем у кого-то, и там, типа, ах так, все, мы расходимся. Да. Ну, вообще, ходят слухи. Альбом лучше продался, чем... Да. Что это, в общем, такие подставные были, ну, такие пиар-ход, эти вообще отношения, чтобы замять какие-то там, какие-то новости, возможно, которые не так стрельнули, так сказать. Там? Я не знаю. Потенциально это вот могут быть. Уже, ну, просто так уже ходят волны в интернетах. То, что не знаю, возможно, хотели отвлечь, там же у них после того, как вот эти начались информации о том, что, возможно, там никто не хочет продлять из Blackpink контракты, там же, получается, у YG начали падать резко акции в цене. Вот. И, в принципе, по-моему, где-то в тех же краях и были объявлены эти информация об отношениях, так что, может быть, хотели отвлечь внимание. Ну, хотя это тоже странно. Обычно же это тоже в минус. Потому что как это наш айдол с кем-то встречается? А не, ну, скажем так, да, согласен. Ну, зато пошумели. В минус, ну, минус, зато пошумели. Ну, опять же, теория всегда заговора. На слуху, всегда, они... всегда на слуху, всегда в инфоповодах. Именно так. У меня один знакомый постоянно говорил, что нет плохого пиара. Ну да. Даже черный пиар, пиар. Я с ним не всегда согласен. И не всегда это работает, конечно. Но в таких случаях, ну, окей. Опять же, беситься из-за того, что люди встречаются, или беситься из-за того, что люди разошлись, могут только не сильно адекватные фанаты. Такие все-таки чудовищное меньшинство. А в основном это просто гарантирует тебе появление на там первых страницах газет. В заголовках, да. Да, заголовках. И, например, в подкасте Мишура.
Очень важный тоже milestone, как говорится, достижение. Вот они мечтали, они попали наконец-то. Ура. Окей, хорошо. А вот у некоторых людей проблемы посерьезнее. Очень сильные проблемы. И непонятно. Уже Драган, например. Правда или неправда вообще, что делать? Наказание? Там сложно, да. Против G-Dragon выдвинули действительно обвинение в употреблении наркотиков, я так понимаю, да, яростно. Только ли употребление? Пока только в употреблении. Да, пока только в употреблении, да. Там еще какого-то сначала актера обвинили. Ли Сун Гюн какой-то, не знаю его, если честно. Сейчас скажу, Ли Сун Гюн, да, Ли Сун Гюн, совершенно верно. Вот, потом вот G-Dragon попал под шквал. Еще даже Чивон из Ли Серафим тоже, тут что-то какая-то новость, то, что обвиняется, и потом агентство такое, вы что, это все ложные слухи, не надо нам тут такое распространять, неправда. Просто. Чивон не такая. Вообще, она вообще болеет. 1 ноября выходит из своего перерыва, будет возвращаться к деятельности групповой, а вот это то, что вы пишете, это вообще брехня из-под коня. Не надо такого про нашу девочку говорить. Короче, что-то прям какие-то волнения вокруг айдолов по поводу наркотиков происходят. Про G-Dragon, там, правда, я так понимаю, проблема в том, что есть ролик заснятый и выложенный кем-то news, что-то там, каким-то сайтом. У нас кидали в наш чатик основной. И там как раз, по-моему, G-Dragon, если ничего не путаю, он идет, и он себя ведет, да, очень странно. Там пытались, типа, это разминка, нет, он вот натурально. У него вот это вот, он почесывается, он себя ведет реально, визуально похоже, как будто наркоман. Прям ну, вообще яростно, несколько, как будто под какими-то конкретными кроме наркотиками. Вот этого видоса, еще было с какого-то показа мод Шанель в 22-м году. Он, типа, очень невнятно разговаривает, то есть нечленораздельно какая-то речь. Потом тоже на какой-то коктейль-пати, опять же, Шанель, по-моему, если ничего не путаю, на бренд-воллах фотографии-то когда выходят. Вот, тоже он как-то там неестественно двигался. И я, ну, как бы, тоже нельзя верить всему, что говорят. Вот, смотрите, видео, да, вот он конечно. Наркоман, как бы 100%, потому что 2 недели уже прошло, в принципе, с разбирательства, это вот озвучили только недавно, ну, как бы сначала же подогревает, что какой-то вот еще известный артист задействован он вот в деле про наркотики, и потом через какое-то время только, хотя уже разбирательство идет, вот, короче, не 2 недели, получается, уже разбирательство идет, результатов анализов еще нету до сих пор. Первый момент, почему нельзя 100% сказать, что он вот наркоман и все, и баста. Второй момент, недавно были какие-то, ну, то есть у меня в друзьях VIP есть, собственно, с 2000 там какого-то года, 8-го, 9-го, не помню, вот. Она, ну, как бы следит, естественно, за деятельностью мемберов. У них какие-то там военные то ли сборы были, то ли что-то в этом духе. И, как бы, естественно, там они тоже сдавали анализы. И, как бы, если после того момента не выкатили, тоже, как бы, странно, да? Тоже верно. Вот. В третий момент, опять же, ну, как бы, это тоже может быть такое предвзятое мнение фаната, так сказать. Я спросила про вот это видео как раз-таки. Я говорю, это его, ну, естественное или неестественное состояние? Она говорит, он всегда такой. Говорит, все випы всю дорогу всегда умиляются с того, как он ведет себя вот типа в толпе, когда окружен толпой. У него какой-то, короче, ну, бзик случается, то, что он начинает себя неадекватно вести, ну, как бы, может, страх толпы, я не знаю, как это обозвать. Вот, но опять же, это может быть мнение как бы заинтересованного лица в обелении, так сказать, да? А может быть, это действительно так. Как бы, ну, бывает такое, то, что вроде артист, а вот когда, ну, в непосредственной близости с толпой в аэропорту, да, там же страшные вещи иногда творятся. То есть он может себя действительно как-то неадекватно вести, как-то трястись там, я не знаю. Ноги запинаются, обе ноги левые, как говорится. Чесаться и так далее, да. Да, поэтому... Но опять вот тут новости, то, что уже BMW Корея удалили рекламные ролики, да, с ним. И полиция, говорят, раздумывает о том, чтобы им двоим, и ему, и G-Dragon, и актеру, собственно говоря, вот этому упомянутому Ли Сун Гюну, запретить путешествовать, на всякий случай, видимо, до окончания разбирательства. И действительно, BMW сразу же G-Dragon сказала всего хорошего, спасибо за рыбу, и удалила все промо-материалы с ним с своего канала YouTube. Опять же, я так понимаю, пока не идет речи о том, что они контракт разорвали. Ну, обычно, надеюсь, да, в любом случае, рекламодатели обычно не
дожидаются того момента, когда подтвердится или опровергнется, они, чтобы свою репутацию как бы защитить, они типа, ну-ка нафиг, спорный момент, поэтому пока приостанавливаем все это дело. Я бы на их месте действительно просто все видео, которые с ним, ну, чтобы действительно на них не пролетало, сделал бы, грубо говоря, скрытыми. Угу. Вот банально, не удалял бы ни в коем случае, просто закрыл бы там под защиту. Как и наш текущий подкаст для всех, кроме наших спонсоров на Boosty, закрыт под защитой. Вот. Но контракт бы ни в коем случае не расторгал, пока не будет проведено расследование нормально, полностью полноценно, и не будет доказано одно или другое, что он не употреблял или он употреблял. Ну, точнее, нет. Пока не будет доказано, что он употреблял наркотики. Если угу. не будет, то все, извините. 100%. Вот, пожалуйста, абсолютно. Анализы. Теперь, ну, как бы, на растерзание толпы, грубо говоря, да, на ярость нетизенов. Конечно. А то, конечно, эта вот культура текущая, когда человека обвинили, еще ничего не успело произойти, его уже отсюда повыпинывали, да, угу. это, конечно, совершенно раздражает меня уже давно. До абсурда доходят да, ситуации. Это, опять же, в кино постоянно, прям нон-стопом, вообще нон-стопом. Угу. Вообще, что в американской жизни, там культура отмены просто в абсолют возведена, и по любому поводу абсолютно чуть не то сказал, всего хорошего, до свидания, на тебя пожаловали, сказали, ты бьешь людей... Всего хорошего, до свидания. Потом оказывается все наоборот, но угу. это не важно. Ну, важно, но тем не менее. И да, надеюсь, что, опять же, такого здесь не случится. Тут полностью разберутся. Полностью. Вот. Да. Как-то так. А G-Dragon'у можно только посоветовать в данном случае, не знаю, психологом поработать, чтобы он на публике себя вел так, что потом люди, которые с этим не знакомы, не думали, что он наркоша. Вот серьезно. Ну, потому угу. что со стороны это выглядит чистейший наркоман. Вот прям хочется мемасик поставить с крокодилом Геной, да, который сказал, ловите наркомана. Я крокодил, крокожу и буду крокодить. Буду крокодить, да. Ну тут, мне кажется, да, только прорабатывать этот момент с психологами, чтобы себя так не вести, если действительно так. В остальном надеемся на справедливое разбирательство. Надеемся да, на тебя. Справедливое. Да, восторжествует. Ну же не суть или полиция, там может даже до суда потенциально может не дойти, да. Полицейский что-то посмотрит, может они реально проверят, скажут, что все хорошо, до свидания, все угу. хорошо. Ложная тревога. Вот. Да, совершенно верно. Открываем ну, видосики BMW рекламы с G-Dragon'ом. Да, да, кстати, скорее всего, так и будет. Если его оправдают, или когда его оправдают, так и будет. Вот, окей, хорошо. Далее. Продолжаем. Хорошая новость. Да. Про девушек. О, да. Про девушку, точнее, да. одну. Про красивую девушку, про очень красивую девушку. Талантливую девушку. Да, которую выперли в свое время. Давай, озвучь эту замечательную новость. Суджин. Девушку. Замечательная, красивая, которую в свое время выбрали из группы Idol, потому что, в отличие от нас, справедливых и честных, да, вот агентство Cube, оно разбираться особо, видимо, не хочет, и оно, когда там о буллинге, да, как обычно, даже была истерия по поводу того, что Эш, как в фильме Джеймс Эш Любоп, расист, а там то же самое было, буллер. То есть там, по-моему, каждому второму представителю там прям что-то, сообщества... Ага, вот... Как сейчас с наркотиками, каждый да. третий что-то попадает. Так, это, по-моему, первая половина 21-го года была. То ли зима, то ли весна. Примерно. И там что-то прям штабелями их всех. Суджин, Хёнджин из Stray Kids, но Джубик да. Ну, умно его... поступил. Немножечко его так такой... с радаров убрал. Посиди. Его. Да. Все, перестали все визжать. Возвращайся. Всё, выходим, да. Вот. Потом вот этот Джису актер, который... Угу. Тоже молодой, тоже в буллинге, но он быстренько тоже из-за... Ну, там дорама пострадала, там он в процессе съемок дорамы был, его пришлось убирать полностью с проекта, заменять актера, полностью переснимать с первой серии, а он быстренько со всеми, в общем, своими проектами закончил, ушел и ушел в армию. Недавно вот вернулся, сейчас дает интервью, что все там, короче, неоднозначно в итоге, естественно. Сомневался. Да. Я вообще, меня вот обвинение буллинг, конечно, бесит больше всего. Почему? Просто потому, что это ну, абсолютно недоказуемо. Это еще, местами это еще более недоказуемое, чем обвинение. Самое страшное обвинение, да, обычно это там в изнасиловании, конечно. Угу. Если не говорить про какие-то убийства. Но убийство это уже такое, что в чем обычно не обвиняют. И вот, 10 лет назад меня этот айдол убил. Гад такой. Вот. Такое тоже бывает, но это более опасное обвинение, по-моему, да, там, условно, в изнасиловании, сексуальных домогательствах, которых вот прям, особенно в Корее, это вообще никто не использует, практически, насколько я понимаю, из мести, из злости, да, потому что, ну, тут можно потом реально
самому встрять. Потому что доказать это сложно и вообще это очень-очень опасно. А у меня ощущение сложилось, что вот обвинение в буллинге это реально какая-то чушь, в которой ты просто бросаешься. Меня буллили. Надо мной издевались психически, ментально и физически. Ну, особенно ментально вообще так пострадал. И доказать это, доказывать ты это не будешь, скорее всего. А отмыться от человека, которого обвинили в буллинге, тоже очень сложно. То есть доказывать, что ты не верблюд, это прям квест. И вот просто человек один какой-то на форуме или что-то говорит, и после этого просто моментально начинают страдать все. Актер, айдол, на которого тоже сразу же начинаются нетизены, приходят в ярость, разумеется, у них активируется режим ярости, и начинают его там пинать яростно во всех соцсетях. Агентство, которое теряет огромные убытки, собственно говоря, и просто тебе неприятно, группа что сама, так делают. Ну, если не сольный группа артист. Сама страдает. Конечно, какие-то друзья могут на тебя косо посмотреть. И т.д. и т.п. И просто это настолько легкое обвинение местами, и настолько им бросались, мне казалось, от большинства, от подавляющего большинства просто вот так вот отбились, насчет раз. Просто пришлось реально там брать и прятать людей, чтобы пережить этот вот шторм, штиль. Некоторых не отбились, некоторые, такое ощущение, как будто не старались. Мне, опять же, показалось, могу всегда ошибаться, что, ну, Кьюб особо-то не старался. Они сразу же скатерти по жопе. И Суджин выперли из Айдол. Многие пострадали, но, в общем-то, ничего особо не поменялось. В этом смысле, что девчонки как выступали, так продолжают выступать. Фанатов у группы меньше не стало. Кто говорил, что, типа, я теперь не буду смотреть группу Айдол, не буду слушать. Потому что убрали Суджин, потому что она была моя биас. Но если они перестали, то появилось еще там 200 тысяч новых фанатов, собственно говоря. То есть Кьюб, несмотря на мой взгляд, некрасивый поступок, он вообще не пострадал. Ничего не потерял. Да. Вообще ничего не потерял. И, к сожалению, это тоже лишний плюс в тот огород, что да, можно выгонять айдолов вообще по любой фигне. И ничего тебе за это не будет. Вот реально ничего не будет. Из Пентагона выперли несчастного Дона. Вообще пофиг. Абсолютно. И такое нон-стопом. Очень-очень неприятно. Ну, слава богу, сколько у нас прошло? 3 года почти? 2 года, да? 2,8. 2 годика примерно. Ну, 3 практически. Вот. Да. Почти 3. И, наконец-то, Суджин вот возвращается в индустрию. Она выпустила перформанс-видео, да? Видимо, ментально готова. Подготовилась, да. К этому. Опять же, нельзя забывать о том, что действительно на самих айдолов это тоже большой стресс. Конечно. У меня, когда я про это рассуждал где-то на стримах или там реакции каких-то, люди говорили, вы просто не представляете, что такое буллинг. Ну, я еще не представляю, что такое убийство, меня не убивали ни разу, да. Я много чего не представляю, но мне это не мешает объективно расценивать какие-то вопросы, что вот пока нет доказательств, это обвинение, ну, не сильно валидно. И пока не доказали, что человек булил кого-то, не надо вообще про него ничего и говорить. Не булить его в ответ, не выгонять его ниоткуда. Разберитесь до конца. И после этого все равно не надо ничего делать. Виноват, накажут по строгости закона. Не виноват, все. Презумпция невиновности сделал. Есть такое понятие вообще. Да-да-да. Я, кроме шуток, будь я президентом Кореи особенно, я бы ввел закон, по которому вот если ты выгнал человека из агентства из-за того, что на него allegations, те самые, о буллинге или еще о чем-то, а в течение года, например, никто ни черта не доказал, ты обязан его вернуть. Обязан. Вообще не выгонять, просто притормозить и разбираться. Вот. Например, нужно. Так, да. Ну, да, тоже хороший вариант, в принципе. Да, просто... Не имеешь права никакого. Как знаешь, не имеют права люди выгонять других людей, например, за возраст, за пол, да. Нельзя выгонять, потому что ты женщина. Нельзя выгонять, потому что тебе там стукнуло, условно говоря, 50, и ты уже недостаточно там хорош для чего-то. Нет, вот пока ты не начинаешь лажать в чем-то, ты не имеешь по права... По объективным причинам, тебя не в общем. Права выгонять. По объективным причинам, да, само собой. А просто тебе исполнилось 50, поэтому тебя, извините, в газинваге? Нет, так нельзя. Вот, это уже в фильмах антиутопия, да, такое бывает. Исполняется 30 лет, и все, людей куда-то там увозят и убивают, да, там, побег Логана и так далее. Вот, и вот по этой причине тоже нельзя людей выгонять ни в коем случае. Но таких законов нет. Я говорю, в Корее, когда начинают что-то про подобное говорить, они пошумят в большинстве стран и успокоятся. Ну, пошумели, ну и ладно, и хорошо. Так что, да, уж. Ты видел, хорошо, кстати, клип этот танцевальный? Не смотрел еще? Не успел посмотреть. Я посмотрю после этого. А сейчас не могу физически, потому что у меня тут будет звук, и тогда все это услышат. Не, я просто в целом до этого не слушал, не смотрел, если... Ну, посмотри, красиво. Там что-то какое-то... Претензия на контемпорари, красивая музыка. И Суджин в черно-белом. Не, вообще никак не сомневаюсь. Да. Фильтр я имею в виду. В общем, здорово. Мне прям понравилось. Ждем.
Она подписала, я вижу, Planning Agency, да, BRD Communications. Агентство не музыкальное, очевидно, агентство, которое, наверное, позволяет, помогает, ну, себя куда-то пристроить. Потому что вот, в новости написано, что Planning Agency, не Music Agency, а Planning Agency. Ну, хорошо, если она себе наняла специальных людей, которые позволят... Ну, грубо говоря, менеджмент себе какой-то до того момента, да, пока у нее не появится агентство, просто, ну, типа, менеджеров, помощников в этих всех. Это хорошо, это приятно, очень ждем, надеюсь, что она действительно в какую-нибудь, опять же, крупную группу или там сольная карьера у нее будет успешна, потому что, ну, обидно в таких случаях, что если ничего не случится. Ну, опять же, вот когда я говорю, что пошумели, успокоились, это вот как с этим было, с продюсерами, да? Когда мы доказали, что вот эти девчонки несправедливо не попали. Пошумели, поорали, ой-ой-ой-ой, ни черта не поменялось вообще. Девчонки, которые не попали, они так и никуда не попали. Компенсаций никто никаких не выдал, по крайней мере, нам про это не говорили. Скорее всего, их не было, уже чем просочилось бы, 100%. Агентство, ой, эти компании типа Mnet, ни черта, никаких особых издержек не понесли. У них продолжает выходить музыкальный шоу. С другим названием просто. С другими названиями, да. Да, они захотят, они продюс вернут, всем плевать уже, на самом деле, такое ощущение. Тоже. Вот. Продюс Girl же это вот, Japan, да, есть? Недавно же, да, по-моему, начался. Как раз, по-моему, продюс 101, Japan Girls или что-то в этом роде. То есть пока просто не на Корею, но в целом, да. Теперь у них просто квиндомы. Вот так вот. Вот, как-то так. Ну ладно, надеемся. Отвлеклись. Держим кулачки. Окей, и у нас получается основные наши новости, да, которые мы хотели обсудить прям со всеми. Они у нас закончились, так? Да, у нас есть еще одна новость про Тэмина и про Ви. И про некоторые типа скандальчик в интернете. Но мы ее обсудим только для наших замечательных спонсоров. Уж извините, мы должны людям, которые нас поддерживают, поддерживать их в ответ. Вот, да. И сейчас вернемся. Какая у нас хорошая, большая бонусная новость получилась. И именно с этого момента я начну основную трансляцию. Типа, какая у нас большая. Там мы и про Тэмина, и про Ви, про авторские права, и про что только нет. Товарищи, подписывайтесь на Boosty. Будет очень здорово. Нам будет очень приятно, а вам будет очень полезно. Шикарно. И у нас новости подошли к концу. Да. Теперь давай... Эмские вопросы, да? Я думаю, это будет. Давай по вопросам пробежимся. Тематика плюс-минус та же самая, да. У нас есть несколько вопросов от людей, которые нас поддерживают. И от тех, которые нас поддерживают на прям нами, свежесозданном Boosty. Спасибо им большое. И от людей из моего чатика, да, потому что мы так решили с Шурой. Вот. Так что присоединяйтесь к Boosty, сможете задавать нам вопросы, мы их будем озвучивать, даже на них отвечать. Это такая новая рубрика. Ответ на вопросы. Окей, прочитай первый вопрос. Так, давай я вот здесь, наверное, более сокращенный вопрос. Да, давай, правильно. Влияние западной музыкальной культуры на кей-поп. Хорошо это или плохо? И чем, собственно, это может закончиться? Вот такой вот вопрос задала нам Ава Кошкина. Угу. Спасибо ей большое. Очень большое спасибо. Ну, что ты думаешь по поводу влияния западной музыки? Ну, вообще, там перед этим вопросом был еще более развернутый, который я не стала прочитывать. Ну, в общем, тема для рассуждения такая, что английские словечки в музыке присутствуют, а сейчас, ну, как бы это уже давно, да, распространенная история в кей-попе, а сейчас и с музыкальной точки зрения какое-то вот чувствуется, что... Ну, как-то иначе становится звучание у кей-попа. И вот тут вопрос, хорошо это или плохо. Ну, по поводу английских словечек и вообще там конглиш, как это называют корейцы, корейско-английский, которые они вообще, в принципе, в обиходе все активно юзают. Ну, как бы не только молодежь, а в принципе весь народ практически. Вот. Ну, как бы, мне кажется, что это не то, что в последнее время начало происходить очень, ну, как бы нарочито, так сказать, да. Вообще, с появлением кей-попа, вот первое поколение, если посмотреть, там, в принципе, тоже юзались английские слова. Конечно, не в таком объеме, как сейчас. Сейчас может, ну, целый куплет прозвучать на английском. Ну, то есть, не то, что вся песня на английском, хотя и такие, естественно, бывают, но их, как бы, меньшинство. Вот. Но есть прям вот куплет на английском, а потом там припев корейско-английский, допустим, да, или наоборот. Вот. Это, естественно, как бы усугубляется
с учетом того, что все больше и больше за бугор продвигается популярность кей-попа, и, естественно, как будто бы это естественное развитие событий, так сказать. Ну, вообще, кей-поп, когда только появился, ну, как бы мне так кажется, я не знаю, может быть, кто в этом больше разбирается, напишите об этом в комментариях, естественно, что в целом кей-поп и стал такой, ну, как бы... отдельной веткой в музыке корейской, которая уже, в принципе, была, ну, как бы навеяна Западом, так сказать, музыка у них отличалась. То есть до этого у них какой-то там трот, грубо говоря, был, да, там рок-группы какие-то, да, вот, более популярные направления музыкальные. А вот кей-поп, он как будто бы вот открыл немножечко на Запад, ну, не то, что они хотели, чтобы их слушали на Запад, но чтобы они привнесли краски Запада, так сказать, в корейскую индустрию. Я вот так вот вижу эту всю историю. И, в принципе, то, что происходит сейчас с кей-попом в плане американизации, вот так обзовем, это, в принципе, естественно. Ну, у кого-то просто это слишком явно выражено, но это уже другой вопрос, мне кажется. Ты чего думаешь? Я согласен в целом. Насчет словечек, я небольшой фанат этого. Это, в принципе, есть у всех. У азиатов особенно. Ну, ничего удивительного. Английский один из самых популярных языков в мире. По-моему, самый популярный все-таки у нас испанский, да. Но испанский — это немножко не то. И поэтому по-испански никто особо не говорит. Только когда они стараются сделать песню в этом стиле отдаленно. А английские слова использовали все в японских песнях нон-стопом. На эту тему даже всевозможные переводчики, включая меня, когда там переводят песни, например, или тексты в аниме, начинают вот просто сталкиваться лбами люди, а переводить или не переводить. Ну, то есть, с одной стороны, вроде как, если человек говорит, у него половина слов в песне или еще чем-то, это английские слова, и переводить их на русский, при том, что человек, который подразумевается, не знает ни английского, ни японского, он половину слов не поймет. А с другой стороны, ну, ты же переводишь японский, поэтому не трогай английские слова, оставляй их, как они есть. То есть, есть и такая позиция. Я ее не придерживаюсь, я считаю, что если нужно переводить все, кроме каких-то устойчивых выражений, прям совсем устойчивых. А если какому-то японцу, автору вздумалось там реально половину текста в японской песне испичкать английскими словами, то ты пошел, как бы я же перевожу, я переводчик, я так хочу, я так вижу. И в корейском то же самое. И это, если кто помнит, опять же, те же 90-е, когда у нас пошла волна американизации большой, у нас это тоже абсолютно беспардонно люди вставляли американские словечки. Даже группа, которая мне там нравились, я обожал в свое время Кармен группу, такую бойсбенд из двух человек сначала, потом из одного человека, да, потому что этот дуэт просуществовал недолго. Это как, помнишь, мы рассказывали, да, про 10 сантиметров. Был дуэт, а теперь 10 сантиметров, теперь это сол. Вот там то же самое. Там был Богдан Титомир, там был Сергей Лемах, так называемый Сергей Огурцов. Они были сначала вот так вот, а потом Титомир ушел, и со второго альбома группа Кармен существовала сама по себе. И у них было несколько хороших альбомов. Они английские словечки вставляли по поводу и без. У них песни назывались английскими словами. У них там песня Caribbean Girl, песня Bad Russians. Они там прям нон-стопом поют. Вот, они вставляют словечки в какие-то прям целые фразы. То есть, чего там только нет. И это вещь, которую я смирился, но я ее никогда особо не любил. Я такой, ну, пойте по-русски, ну, ладно. Людям казалось, что это, видимо, круто звучит. Для кого-то это было круто, для меня никогда не было круто вставление английских слов в русскую речь. Точно так же я отношусь, когда корейцы поют, вставляют английские слова. Я к этому просто привык, абсолютно не триггерюсь и просто не обращаю внимания, потому что это невозможно обращать внимание, когда и так это везде. Но чем их больше, тем, конечно, страннее, потому что, ну, я, блин, корейскую пришел песню слушать или английскую. Я, может, вообще не хочу смысл этой песни понимать. Когда-то мне это очень радовало в кей-попе. Что я некоторых смыслов песни не понимаю, да, что это там либо любовь-морковь очередная, либо очередная «я крутая, я крутой». Мы всех победим! Да, мы всех победим. Вот. И когда они поют по-корейски, я этого не понимал. А когда они пели по-английски, то я такой, Вот. Но от этого никуда не деться. Просто, на мой взгляд, если это вы... данность. Да, данность. Я бы был бы рад какой-то квоте, извините, что вот не больше 15%. Это звучит тупо, никто этого делать не будет. Но если бы это как-то соблюдалось, это был бы какой-то стандарт в кей-попе, да, что вот если больше 15%, например, канал не считает, что это корейская песня. Ну, к примеру. Тоже, опять же, бред, но к примеру. И тогда бы авторы песен, они бы тогда, ну, окей, давайте петь только там, условно говоря, по-своему. Приведемся, с другой стороны, да. С другой стороны, зачем запрещать, опять же? Ну, хотят они по-английски петь, ну, пусть поют. Просто мне это чуть меньше заходит.
Что касается музыки, да, действительно, это сразу американизированная, гораздо более американизированная музыка, чем тот же Трот, прям в разы. Но, да, главное, чтобы они не дошли до полного слияния, потому что вот вопрос был у Авы, а чем-то может закончиться? Это может закончиться аннигиляцией кей-попа как жанра. Если у нас, условно говоря, кей-поп будет означать всего лишь музыка, которая написана, спета корейцами, ну, корейцы, конечно, няши, особенно девушки, да, ну, ты скажешь, особенно мальчики, но это не то, что меня привело в кей-поп совсем. Не потому что там, ути, господи, какая Хёна няша. Нет, меня привел в кей-поп Сай. Хёна тоже, но Сай. Пухловатый мужик. Мне лично как-то визуально... У которого, кстати, вот в Gangnam Style не так уж и много, кстати, песен, ну, в смысле, слов английских было. Да, конечно, да. Но он поёт всё-таки про... Baby, вот. У него всегда есть это, тоже, поскольку он рэпер, да, в первую очередь, всё-таки. Рэпер-певец, да, он так наполовину. Он это тоже вставляет чаще, чем все остальные, я так понимаю. Наверное, у рэперов это принято. У нас это часто было принято, опять же. Но все равно это как-то умеренно. Сейчас, скорее всего, было бы... Хотя, опять же, у него ZZ, там не так уж и много. У него, конечно, опять же, название ZZ. I like it, а потом он больше сейчас поет вот по-английски. Да. В принципе, вот я так, ну, после того, как вопрос возник этот в чате, я так для своего чисто интереса тоже утолить, пробежалась по первому поколению, и там действительно в большинстве своем ну, либо словечко, либо фразочка, словосочетание в припеве. Вот. Куплеты обычно как бы корейские. То есть там какая-нибудь baby-baby, тоже give up, чего-нибудь вот такое вот, или dreams come true. Вот. А в основном как бы это все по-корейски, да. Вот, ну сейчас иногда целые песни или половина текста по-английски, иногда слушаешь, ну вроде корейские слова там есть. Да. Мало, но и то. Но есть. Ну, мне вот хорошо, наверное, потому что я всегда абстрагируюсь, то есть я не вслушиваюсь, что там пропевается. Я даже, ну, как бы в русской музыке, когда я ее когда-то слушала, сейчас я как бы, ну, просто у меня all-time азиатчина звучит в наушниках и динамиках. Вот, когда я даже российских исполнителей слушала, я не слушалась никогда в текст, потому что, ну, как бы, тем более русский отвлекает, если ты начинаешь погружаться, ты, ну, как бы, она у меня обычно на фоне играет. Я не могу заниматься делом и параллельно слушать музыку, вслушиваясь в то, какой там смысл, какие слова. Вот, я как-то научилась абстрагироваться. Просто оно вот как просто полотно музыкальное. И голос — это тоже какой-то инструмент. Он не несет в себе никакого смысла. То есть у меня вот как-то так вот настроено. Поэтому я и могу абстрагироваться, когда, например, это английский или корейский там звучит, или вообще там японский. Вот. Только если прислушиваешься, всё такое, думаешь, да, конечно, тут вы наштамповали английских слов нам... Вот, не, прям везет, потому что я, у меня это беда, я слышу, я иногда такой, боже мой, но что помогает в случае с корейцами, это то, что иногда у них очень кривое произношение, как, в принципе, у русских кривое произношение, и я иногда... Чё? Я просто не очень понимаю, что они поют, иногда такое бывает. Я как сам не носитель, мне еще сложнее воспринимать кривой английский язык, чем условно носителю, который, скорее всего, все поймет, да. Это как нам русским, мы даже очень кривой русский поймем, а американец поймет... Наверное, кривой русский, потому что у него акцент тот же. Но он не поймет кривой русский, сказанный там французом. Я почти уверен. Это будет очень сложно. И поэтому мне это сложнее воспринимать. Это вот основная причина. Ну а в русском языке, в русских песнях точнее, поскольку у нас очень популярен кальянный рэп, я там и только половину слов не понимаю ни черта, потому что они... Мне, кстати, по этому поводу нравится. Вот у тех, у кого проблемы с артикуляцией, я их могу слушать. Они вот реально, они как фоном идут. Там еще если английские слова у них тоже в текстах есть, вообще на какую-то тарабарщину, это раз на пятый я могу вслушаться так, а вот это ты там поешь, оказывается. Или еще пойти за лирику. Проблема только в том, что иногда ты это дело слушаешь, и я начинаю прислушиваться, меня это бесит. Ну, типа, это же русский, я же должен понять, что он там поет вообще. Или она поет. Она такая, ну что ты, господи, я не хочу и так-то слушать, а еще и прислушиваться приходится. Какой кошмар. В общем, если кратко, мы, по-моему, достаточно неплохо ответили, достаточно обширно, то оно местами данность, но главное, чтобы оно какую-то вот марку не переходило. Местами сейчас это перебор.
Я, в принципе, постоянно жалуюсь, когда я говорю, что это совсем уж американизированная музыка, которая с кей-попом имеет отношение. Кей-попом имеет отношение примерно никакого. Я так и ною, так и продолжаю ныть, и буду продолжать ныть, извините, потому что я не хочу начать слушать в определенный момент вот какую-то американскую попсу. Каждый раз, когда я пытаюсь дать шанс той же американской попсе, а ее тоже, у меня ощущение, что ее пишут там примерно 5 человек, и они пишут плюс-минус одно и то же. Я каждый раз включаю, условно говоря, там топ-100 лучших песен этого года, какие-нибудь топ-100 клипов, и я из них половину нахожу интересной, а остальное мне местами кажется одинаковым до обездичивания абсолютно. Mm-hmm. Ну, мне просто такое, ничего не заходит, это не моя стилистика абсолютно. Мне кажется, этого не избежать. Да. Тут. Тут еще давай добавим про поводу того, что не про язык конкретно, а вот именно музыкальную составляющую, что добавить. Мне кажется, это неплохо, то, что у них меняется какое-то звучание, и для кого-то это возможно... Ну, я иногда тоже в своих реакциях говорю, что это вот как-то по-западному звучит. Но так, если подумать, в целом это не то, что по-западному звучит, это просто как бы, жанр развивается, он растет, эксперименты какие-то. То есть в первом поколении было вот такое звучание, присущее тогдашний... Тут опять запускаешь шарики в экран. Запускают... Опять? Я причем сейчас не делал, это у меня случайно получилось. Да, так. Шарики полетели воздушные. То есть оно вот звучало подопотопному, вот так вот, как вот 90-е нулевые, как звучали, так звучало первое поколение. Второе поколение звучало вот так. Третье поколение звучит так. Четвертое эдак. И оно все разное. Ты можешь по составляющей музыкальной даже приблизительно не знать, чьей это группы песни, допустим, первый раз услышал. Но ты по музыкальному фону, так сказать, можешь определить, что это вот, наверное, это что-то из второго поколения, судя по звучанию. Mm-hmm. Вот, и поэтому, не нужно удивляться то, что сейчас музыка изменяется. Сейчас, в принципе, мне кажется, эра экспериментов какая-то вот в тренд вошло. Очень много кто, помимо NCT, начали экспериментировать с жанрами, с инструментами, с сэмплами. Я не считаю вот то, что эти эксперименты условных NCT или NMIX или еще что-то под западную музыку. Это как раз эксперименты, которые мне могут заходить, могут нет. Я скорее под западной музыкой считаю вот, некоторые там последние релизы BTS и так далее. Которые вот не совсем корейское, это англоязычный текст, это абсолютно написанное там продюсерами, да, американскими, т.д. и т.п. И оно просто звучание совершенно другое. Если бы условно BTS упоролись и начали бы выдавать что-нибудь условно NMIX-овщину, NCT-нищечину, не могу это выговорить, я бы сказал, окей, может, это не мое, но, блин, круто. Я вот именно такого, что слишком похоже на американскую попсу, не очень люблю, потому что реально от нее убежал. И на основе их треков, мне кажется, не стоит прям полностью по кей-попу делать какие-то выводы, если кто-то делает такие выводы, согласен. Потому что это писалось для Грэмми, там определенное есть какой-то, не знаю, шаблон, что должно быть в треке, и как бы вот они туда они направлялись, они не на корейского зрителя, естественно, на всех, но не про корейского слушателя была эта песня, а вот про Грэмми, чтобы там что-то смочь поучаствовать, вот. А я хочу, чтобы для меня писали. Я тоже хочу, чтобы они... естественно, там фанаты скажут, что да хватит вам, они выросли, они развиваются, они больше не будут такими, как я были раньше. Но вот Run BTS появилась песня. Вот, и все сказали, ура, старые Бантаны вернулись. И все те, кто говорил, что они растут, они развиваются, все такие, ура, нам этого не хватало. Вот. Все, мы знаем про вас. Однако. Это правда. Все, следующий вопрос. Давай. Второй вопрос у нас звучит следующим макаром. Матвей Петухов задал вопрос, и он говорит: я вот что думаю. Феномен виртуальных айдолов и хайпа вокруг них — это временное или новое будущее кей-попа? Ну, на мой взгляд, виртуальных айдолов типа Апоки, к примеру, да? Апоки, Мэйви, по-моему, да? Плейф у них в песне. Мэйви, да. Да, как так называется? Группа. Плейф, группа. Потом еще кто-то. Забыла. В общем, их прям ряд. Этот Superkind группа, там 50-50, два участника виртуальных, остальные настоящие. Мне практически все эксперименты сейчас не кажутся успешными сильно. Некоторые из них кажутся хорошими, а Поки. Вот это классный эксперимент, потому что там музыка хорошая, просто банальная. И девочка отрендерена замечательная, и голос у нее очень приятный, и т.д. и т.п.
Но все равно он каким-то яростным успехом пока не блещет. И тот факт, что виртуальных айдолов иногда куда-то вставляют, и, условно говоря, был какой-нибудь KDA, где девчонки представлялись в виде виртуальных персонажей, все равно все прекрасно знали, что это Сайон. Да, это не что-то такое прям, как... Никто ничего не скрывал. Вот. Это пока не особо успешно. Поэтому сложно, конечно, назвать это хайпом. То есть пытаются хайповать, но пытаются пока не очень хорошо. Другое дело, что мне кажется, что в итоге, по крайней мере, для многих компаний к этому и придет. Я просто тоже думаю, что это... Ну, возможное это развитие событий, да. И вообще как нифиг делать. Это во многих фантастических фильмах, аниме, книгах, господи, не знаю, рассказах и прочее-прочее. Итак, используя, что люди, которые занимаются развлечением, это часто не люди, это виртуальные айдолы. Просто это в книгах, опять же, описано как типа виртуальный айдол такая-то. Но очевидно, что в будущем к этим айдолам привыкнут и просто будут говорить айдол такой-то. И не, даже народ не будет задаваться вопросом, это живой человек или не живой человек. Когда возможности для визуализации лица, мимики и всего остального, речи и так далее подойдут, а это буквально вот уже за следующим углом, потому что сейчас нейросети творят совершенно страшные вещи, когда они там, ну вот недавно нам кидали, что там перепели на момент на Red Velvet, какую песню в чатик кидали. Пу-пу-пу. Айдол? Нет, не Айдол, что-то другое, по-моему. Короче, какую-то группу... Ну, что-то из нового, по-моему, да, было? Наверное, что-то из нового, а может быть новый релиз, но какой-то, может быть, не самой новой группы. В общем, какой-то... Да, может, посмотреть как дело. Раз, если несложно. Да, сейчас. И там просто нейросетью фактически поменяли вокал. И ну, это сейчас популярная это настолько... тема, много на какие треки такая история да. происходит. И настолько это подошло больше... Голосами Red Velvet. Да. И настолько песня... Не то, что прям кардинально стало по-другому звучать, но заметно лучше, на мой взгляд. Вот. Нейросети уже до такого дошли. Люди, которые их используют, скажем так. И просто в совсем ближайшем будущем компании гораздо будет проще сгенерировать виртуальную красивую девушку или целую группу. И в их уста, в уста этой группы, или там солисты, или солиста, вставлять песни, которые им нравятся. Потому что, ну как вы ни крутите, а этот человек... который, скорее всего, есть не просит, это не человек. Это собственность компании, которая не просит есть, не просит пить, не ссорится по поводу контрактов, не говорит, я слишком крутая для вас, я ухожу, не говорит, меня кто-то газлайтил. В общем, не предъявляет никаких претензий. Справедливо или нет, это абсолютно другой разговор. Это твоя собственность, которую, ну, ты как хочешь, так и вертишь. Конечно, компаниям это удобно. Конечно, если бы была возможность, все бы кинокомпании на это к чертям моментально перешли. Зачем продюсерам голливудским сейчас вот эти вот проблемы, да, когда актеры уже бастуют 100 дней, да. И у них там все проекты стоят. Нафига им потенциально это нужно, если они вместо этого могут иметь виртуальных актеров, которые они делают вот, снимайся здесь, выполняй такие трюки. Это просто удобнее. Для развлечения это работает идеально. А людям в большинстве случаев сейчас, может быть, и нет, но, опять, через несколько лет уже будет плевать абсолютно. Лично мне, я могу честно признаться, искренне, что если будет виртуальный айдол, какая-то условная красивая девочка с хорошим голосом и отличной песней, отличной музыкой, мне будет вообще плевать, это настоящий человек или это нейросеть от и до. Мне даже нашла. Будет плевать, написала ли... Нашла, да, кто это? Вот, Айв Бэдди, совершенно верно. Вот поищите, товарищи, Айв Бэдди, Red Velvet. И там, вот, на мой взгляд, действительно, эта песня подошла гораздо больше Red Velvet, именно с таким вокалом, там, может, без такой аранжировки, я уж точно не помню. Вот, мне лично будет плевать, это живой человек или это виртуальный айдол. Я думаю, большинству людей тоже. Потому что, да, многим очень важно следить за айдолом, за его личной жизнью, хороший он человек, плохой он человек. Ну, во-первых, виртуальный айдол всегда будет хорошим человеком, замечательным, потрясающим. Скандалы не попадет. Хотя там уже кто-то конечно. Пытался что-то развить какую-то. А вообще-то этот виртуальный айдол там меня... Там чего-то Мэйв группа, чего-то там они не поделили, косо друг на друга посмотрели или наоборот. Я думаю, господи, даже жду здесь нитизены в ярости, даже тот, господи, они же жду не настоящие. В буллинге. Ага. В буллинге, а то, что девчонки из Мэйв булили кого-то там в детском саду. Вот они пришли в онлайн-игру и на всех забулили яростно. Кстати, относительно реалистичный сценарий.
Вот. Ну, и да, для кого-то это важно, для большинства народу это, мне кажется, не сильно важно. Справедливости говоря, вот появилась группа Плейв мальчуковая. Там они не 3D-шные такие, ну, как бы немножечко 3D-шные, ну, в общем, они больше у них такое анимешная нарисовка, рисовка, точнее, чем вот те же, там, вот эти Мэйв-группа, где их больше приближены к реальности, да, то есть те прям анимешки-анимешки. Вот. Я такая думаю, господи, за чем это, чего? Такая бухтела, вот про себя сидела. Песня классная, вот дебютная песня мне у них очень сильно понравилась. И я прям, ну, как бы прям подписалась, думаю, буду смотреть. И что ты думаешь? Я такая возбухала-возбухала, да кто этим вообще, кому такое интересно? Ловлю себя на том, что я смотрю их стрим. Уже полчаса, я думаю, что? Вот так они тебе подцепили. Ага, ну я просто зашла, подписалась на их канал, смотрю, что-то там еще есть, смотрю стрим, ну такая, а как это так вообще? Они же виртуально, захожу и стрим сижу, полчаса так смотрю. Интересно, что-то там камеры какие-то поют. Думаю, боже мой, вот так это все и происходит, и просто не... Понимаешь, что для тебя это уже в порядке вещей. Ты приходишь на стрим, там что-то смотришь, какого-то любимчика себе из группы выбираешь. Вот. Ну, а почему прикольно. Нет? Прикольно. Опять же, я вот когда реагировал на Мэйв, да, я, соответственно, смотрел, вот эта девушка... Ну, они там все-таки слишком идеальные и без малейших изъянов, и поэтому зацепиться не до чего. Но это проблема продюсеров скорее и проблема, не знаю, может быть, людей, которые рисуют модель. Потому что как только кто-то догадается, что... Я думаю, догадываются многие, но тут должны еще раз догадаться, что нужно вот этой девочке сделать немножко, чтобы у нее глазик чуть-чуть в сторону косил, как у, да, Юци, например, из, господи, Айдол. А вот у этой девочки должна быть родинка, а у этой там какие-то волосы, а эта должна немножко шепелявить и так далее. И тогда вот сразу же у этих Айдолов индивидуальность, когда появится фанаты. Какая-нибудь. Да, именно. Сейчас это пока, вот не считая Поки, да, это один разговор, и, возможно, пример, который ты провел в Мэйв, они просто слишком... Это просто 3D-модели, очень красивые, классные, хорошо проработанные, но очень достаточно стандартные. Зацепиться особо незачем. И то я пытался там выделить, кто из них покрасивее. А вот как только появится индивидуальность, то, что я описал, или что-то другое, все, это будет очень сложно. К тому же, ну, извините, ну, вы в редактор условно Baldur's Gate заходили, ну, там же капец. Там задним редактором Baldur's Gate 3 можно, я видел, как подруга как бы сидела, да, и редактировала. Она 2 часа, вместо того, чтобы играть, она себе выбирала персонажа. Там все это, можно подвертировать. Это, по-моему, любимые, всякие, вот эта вот вся конечно. История. А глаза вот так, а вот так, а тут усы, а тут не усы, а тут третий, а тут десятый. Там просто караул полный, и, очевидно, у людей, которые это будут планировать, они там, не знаю, какие-то тест-просмотры. Опять же, вся это, все это еще и легко считается. Ну вот легко считается. Если условно YouTube или какая-нибудь платформа там Universe или еще что-то. Если там, дорогие друзья, например, собирают статистику, а YouTube собирает статистику, где люди больше паузят, перематывают, они такие, ага, запаузили на этом моменте. На этом моменте у нас вот виртуальная Юци. Ее больше всего смотрят. Значит, нам нужно производить айдолов. Во-первых, уделяем больше времени этой певице. Во-вторых, производим айдолов вот с похожей фишки. И как бы кому, кто к этому не относился, это в будущем будет просто вот лавинообразно. Как только у капиталистов, в принципе, людей, которые умеют считать деньги и умеют, не знаю, на чем угодно деньги делать, появится возможность делать еще больше денег и измерять популярность еще более точно и, опять же, повторюсь, контролировать весь процесс от и до, это случится. Конечно, будут обязательно живые айдолы, но это будет ниша. Может быть, будет, условно говоря, знаете, условная Тейлор Свифт, да, условная очень. Вот она одна такая, при том, что я, опять же, небольшой фанат музыки, мне она тоже, музыка кажется местами слишком стандартной для американской попсы, но это не претензия к Тейлор Свифт, это претензия к самой попсе. Она там, допустим, что-то из лучшего из того, что там есть, к примеру. Вот, вот она, допустим, у нас будет иконой человечества такая, вот это живая исполнение, а все остальное будет виртуально, и всем будет плевать. По крайней мере, большинству людей. Всем это, разумеется, преувеличение. И это мы пока говорим просто про айдолов управляемых. А, очевидно, музыка — нейросети. Господи, тексты — нейросети. Сейчас такие тексты, лучше бы их нейросети писали иногда. Я вот отреагировал только что на песню Джесси. Выложил уже реакцию. Лучше бы я писала нейросеть. Ой, я даже сейчас не лезу вообще в переводы, если честно, потому что, ну, там ничего нового мы оттуда не подчеркнем. Вот, поэтому, слава богу, видимо, то, что там не нужен перевод. Там даже твоя суперспособность не воспринимать текст, а там гам-гам-гам-гам-гам-гам, ням-ням-ням-ням-ням-ням. А, да? Вот, понимаешь? Так, это что, Сиэль у нас новая появилась? А, я не знаю. Да, да. В общем, караул. Лучше бы, в общем, писали нейросети, иногда у них хорошо получается.
А, ну и музыку, разумеется, тоже будет писать нейросети, а потом и трейлеры, и клипы, точнее, он будет писать нейросети. Все будет делать нейросети просто по каким-то простым указкам, относительно простым указкам продюсера. Это и минус, потому что, да, где-то человеческий фактор пропадает. А это и плюс, потому что у людей, вот, собственно говоря, мы такие, а мы хотим свой клип сделать. Мы вот подкаст Мишура хотим вот делать свой клип. Еще в копилочку плюсов то, что ну вот я из виртуальных знаю только группу Plave. Ну, вот так. Ну, я к идее не беру, это все-таки другая история. Вот там есть какие-то персонажи просто... перед аватаром, так сказать, которых и так знают. Вот, допустим, этих плей взять. То есть они, вот, кстати, по поводу рисовки, у них прям индивидуальности присутствуют, они прям вот разные. Вот. И слышно то, что, ну, как бы у каждого персонажа, естественно, свой голос. То есть это не то, как вокалоид, который, да, он видоизмененный, и там можно любого человека поставить, то есть там их менять 24 на 7, этих людей, которые, ну, типа на подложке, которая потом обрабатывается и выдается вокалоиду, допустим, да, голос. А здесь слышно, что это какой-то определенный один человек. То есть он без обработки какой-то там автотюновской, просто, ну, как бы реальные люди озвучивают. И, возможно, эти люди талантливые в плане того, что, ну, да, там действительно хорошие голоса у пацанов есть, вот у вокалистов, и рэперы неплохие, но, возможно, они не стали бы никогда айдолами, потому что, допустим, у них внешность какая-то, вот, ну, не под индустрию вообще, там, рост не под индустрию, фигура, не знаю, там, пропорции какие-нибудь, но талант пропадает? Пропадает, вот. Это как бы и минус то, что не, ну, обезличенный, да, человек, ну, ноунейм, так сказать, вот его аватар известен, а он сам нет. А с другой стороны, ну, как бы хотя бы так поймать но свою звезду. Но через какое-то время и так будет уже неважно, потому что и голос будет не нужен. Ну, это да, ну, пока используем возможности. Пока да, пока так, да. Это все равно не прямо сейчас случится, но в обозримом будущем. Ну, вот, по-моему, примерно вот так. И последний вопрос нам его задала Дана. Она говорит, такое обсуждение предлагает тему, актуальную популярность кей-поп именно в самой Корее, а то рейтинги музыкальных шоу какие-то не очень. Типа 0,2%, если не меньше. Ну, эту статистику я не поднимал, я не знаю, и, конечно, гарантировать не могу. Мы, наверное, здесь не самые лучшие прям такие судители, судьи популярности в кей-поп, потому что в Корее мы не живем, мы там в этом не варимся, да. Предполагаю, все-таки, что она достаточно большая. Все-таки она, может быть, сейчас потихоньку перетекает куда-то в другой мир. Ну, в другой мир, в смысле, господи. В другие страны, скажем так. Да. В Штаты, куда-то еще. И, в принципе, сами корейцы и сами продюсеры этому, уже говорили, способствуют всячески. Когда они делают более американизированную музыку. Но, опять же, продажи, ну, я не верю ни в коем случае, что продажи Seventeen 5,2 миллиона, да, вот эти предварительные, это там все американцы купили, все, а корейцы там, да, купили 5,2 копии и разбежались. Я вот не очень верю, что там с музыкальным шоу, не очень понимаю. Опять же, ориентироваться только на музыкальное шоу не очень, наверное, правильно, просто потому что сейчас все переходит в эту цифру с ТВ в интернет, и уж тогда смотреть лучше на условные просмотры и смотреть на ютубах, на каких-нибудь, да. На ютубах, да. А тут, опять же, ютуб вот мою статистику он мне выдаст, сколько у меня людей, откуда, а статистику условно ОСА или условно там нового альбома Idol, новой песни Idol, клипа, он мне не скажет. Я понимаю, он не скажет, что вот 80% корейцев, 20% американцев или наоборот. Вот, поэтому тут, конечно, уже специальное исследование, мы к ним не сильно готовы, но мне не кажется, что она как там прям совсем пропадает. Мне кажется, она кажется, может быть поменьше, но на вполне себе достойном уровне. Опять же, нетизины, в частности корейские, постоянно чем-то недовольны, постоянно орут, кричат. Да, не было бы столько скандалов и шума вокруг айдолов, если бы это не было никому интересно. Никто бы не приглашал, ну, как бы, лицом бренда, да, айдолов, если бы они не были популярны. Ну, то есть я понимаю, да? Когда какие-нибудь международные, да, бренды приглашают амбассадорами каких-то корейских айдолов, потому что, да, за бугром они вот все популярны. Но тогда в Корее бы, в самой внутри, если всем до фенина айдолов, никто бы не брал их лицами бренда, рекламировать свои, там, я не знаю, какие-нибудь Соджу, там, не знаю, Hyundai, точнее, Самсунги и прочее. Ну, то есть, внутри Кореи бы не было столько возни вокруг айдолов. Возможно, это бы действительно перетекло чисто на забугорную сцену, арену и все такое прочее. А в Корее бы столько шума вокруг не было. На те же шоу, если там музыкальные не брать шоу, ну, шоу такие вот, прайм-тайма, так сказать, корейские, которые у нас тут периодически переводят всякие ФСГшники,
практически во все шоу всегда приглашаются айдолы как, ну, как гости шоу. То есть не зависимости, там, какие-нибудь юмористические, там, я не знаю, веселые старты какие-нибудь. Ну, то есть любые шоу, там всегда актеры, айдолы присутствуют. То есть да. Ты, ну, естественно. В большом количестве, абсолютно. Абсолютно верно. Ну и в пользу прям того, большим. Не стоит на основании музыкальных шоу делать, потому что, ну, мне кажется, телевизор действительно смотрит более старшее поколение, которым трот более интересен, так сказать, да? А, вот. А, ну вот молодежь, ну, я, например, по себе даже сужу, даже если не брать людей, которые прям, ну, не фанаты кей-попа, да, а просто обычный пласт людей брать, если по ним, например, сравнение делают, даже я, являясь как бы фанатом жанра, да, у которого, ну, как бы блок вокруг этого построен, я никогда не смотрю вообще музыкальные шоу даже на Ютубе. Ну, то есть вот эти вот онлайн-трансляции, которые, ну, как бы мне неинтересно, какие они места там займут. Я всегда стриминг на музыкальных платформах, максимум клипы по разу. Да. Если очень сильно клип понравился, пару раз посмотрю. Вот, то есть я вообще как бы, ну, то, ну, как бы, музыкальные площадки, вот, тогда по ним давайте основания какие-то делать, ну, сравнения и выводы. А там, опять же, стримы чудовищные совершенно, да, Spotify какие-то там сотни миллионов, там, полмиллиарда, миллиард и так далее. Я, опять же, смотрю музыкальные шоу только если мне дико зашла песня, вот настолько мне зашла, что я побежал ее 5 раз пересмотрел. Да? Совершенно верно, я пересмотрел уже 5 клип 5-10 раз, я хочу хореографию рассмотреть, я сразу же бегу смотреть все реакции, кого кто там остался, да, из тех, кто более-менее интересно реагирует на западном интернете. А, ты на девушек почти не реагируешь, поэтому тебя не всегда получается. Вот, соответственно, и я бегу смотреть все выступления. Но это случается, чтобы мне настолько вставил по самой не хочу, прям редко. Поэтому вроде как я фанат кей-попа, вроде как я слушаю все клипы, ну почти, да, какие-то с реакцией, какие-то нет, я точно не буду реагировать, все равно послушаю. Но нет, я не потребитель этого контента. Вот. Согласна. Так что... Возможно, там такие же люди, да. Или вот, ну, действительно, какие-то приоритеты в сторону, там, я не знаю, стриминговых площадок больше, чем телевизора того же. Поэтому, да, я думаю, в этом еще закладывается. Ну, есть, кстати, я натыкалась на какие-то, ну, не форумы, какие-то там статьи каких-то, не знаю, людей, которые поехали в Корею, ну, просто там по фану, и, возможно, там, не знаю, какие-то журналистические есть способности, и вот ходили, опросы какие-то делали, да, и что как будто бы большинство, чуть ли не 2-3% из запрошенных вообще как бы, ну, то есть остальные, кроме этих 3-2%, вообще не шарят за кей-поп, ничего не слушают, я думаю, ну, это какой-то вообще, ну, сказки, мне кажется. Потому что поп-жанр. Я понимаю, что у всех есть свои предпочтения. Кто-то больше по року, кто-то хип-хоп, кто-то трот тот же, да. А, вот. Кто-то там, я не знаю, осты, дарам слушает, инди, баллады. Ну, как бы жанров действительно много. И как бы корейская индустрия очень много действительно предлагает этого добра всего. Я лично потребитель всех жанров практически. Вот. Даже трота силами моих подписчиков. Вот. И как бы я слушаю все, но вот поп-жанр, это просто он охватывает, что большинство людей его слушают, хотят они этого или нет, потому что это попса. Ты, ну, как бы, хочешь не хочешь, ты будешь напевать эту песню, даже если ты ее там целиком не слушал вообще ни разу, но ты будешь точно знать, как она поется вот в припеве, и напевать ее периодически ходить. Поэтому, ну, не знаю. Мне кажется, это, ну, неправда, что она, что кей-поп только вот за бугром известен. Ну, популярен. Я думаю, что и мы этому рады, и Дана этому факту очень рада. Да. Вот. Мы все кей-поп любим. Окей, вопрос пока закончили. Не забывайте, товарищи, чтобы на вопрос задавать, достаточно подписаться на определенный пледж, который у нас как эксперт, да, у нас эксперт, эксперт пледж называется, на boosty.to/mishura подкаст. Заходите, подписывайтесь, можете тогда нам задавать вопросы, видите, как мы. Спасибо, кстати, за вопросы. Абсолютно. Очень интересные были вопросы. Не какие-то такие, правда. Там, я не знаю. Как вы относитесь к тому, что Чонгук амбассадор вот там-то? А вот, ну, как бы на подумать прям вопросы. Как вы относитесь к тому, что Чонгук? Иди и думай после этого. Да. Окей, хорошо. И тогда у нас последняя рубрика. У нас, видите, уже 3 рубрики, да, у нас была когда-то одна, теперь у нас 3. Релизы минувшей недели.
Давай я начну. Я давай, как раз в прошлый раз говорил, что вот мне понравился. Это не 7 релиз предыдущей недели, но мне песня очень понравилась. Это Apoki Space. Apoki Space мне прям залетело. Мне заказала Горш, я не отреагировал. Ей примерно месяца полтора, но я опять же послушал. Вот в прошлый раз, когда мы говорили, ну поскольку я тогда типа заинтриговал, то скажу сейчас, это прям очень мне зашла вещь. Прям дико-дико. Она, это такой ретро-синтвейва-диско. Написал ее, насколько я помню, Лингрен, если ничего не путаю, который, собственно говоря, как раз писал, в частности, I Can't Stop Me для Twice. Вот. И оно местами похоже на I Can't Stop Me по настрою, оно местами похоже вообще на Мага от GFriend, да, который я обожаю. И это просто очень клевая песня, очень красивая, замечательный клип. И, в принципе, Apoki мне нравится, как ее развивают, потому что у нее реально после первых клипов, и они прокачали анимацию лицевую, они сделали более милашной и более живой. Она до этого была достаточно... Она прикольная была, она такая, знаешь, немножко ехидненькая, такая у девочка-кролик, такая... И плюс-минус одинаковый выражение лица было. А потом они ее для песни Hold On сделали милахой, вообще милахой. Она такая добренькая, такая милая, такая... Пути, господи боже, правда, еще клип такой красивый, все такое красное, яркое. Вот посмотрите на человека и скажите про то, какое будущее у виртуальных исполнителей и групп. Посыпался. Да, обратите внимание, даже я говорю, вот первые клипы были там, допустим, ну нормальные, но ничего такого. А потом они взяли и прокачали айдол лицевую анимацию. Представляете, так про живого человека сказать. А потом вот что-то у нас, условно говоря, не знаю, Сайон мало улыбалась, а ей прокачали анимацию лицевую. А? Как вам такое? Нет, так не работает. В реальном мире, в виртуальном еще как работает. В итоге в Space она и милаха, и там такая какая-то хитренькая, еще какая-то. То есть она просто стала именно как персонаж интересней и проработанней. Вот, и клипы стали... Проработанные. И клипы стали поинтереснее, повеселее. И вот просто песня замечательная, я периодически переслушаю, у меня она прям очень сошла. Так что Space прям вот рулит. К сожалению, прям больше ничего мне настолько сильно не залетело, чтобы я сказал. Но мне группа Billie подала надежду, потому что пара предыдущих релизов мне как-то вообще мимо прошла. А вот ее новая песня Dang, которая из их сингл-альбома, насколько я понимаю, последнего, там 7 мало песен, и он даже называется, по-моему, B-Side. Сингл-альбом называется B-Side. Он о многом говорит. То есть они ее не рассматривают как вот одну из частей, это который Village of Perception. Цикл, то есть, и нужно вот для совсем уж совсем больших песен ждать именно новый Village of Perception. А здесь чем-то чуть-чуть зацепило. Не до конца, я все равно сильно расстроен в том плане, что мне первая песня влетела просто караулка, да, которая Рин-Рин, она дико нестандартная, она очень крутая, она очень так крипи, заедающим. Крипи, да, по-моему, там была? Да, крипи концепт, жесткий очень син, который прям просто орет всю дорогу, я такой, о, да, как это круто. Клевые танцы, там даже Цуки танцует очень круто и местами криповато, потому что она в каком-то моменте вот как-то переворачивается очень хитро. Да-да-да-да-да, вот. Ой, очень красиво. Короче, замечательный концепт, но, к сожалению, он, по-моему, публике не сильно заходит, поэтому они быстренько от него упс, и ушли там сначала в сторону Гинга-Минга-Йо, потом в сторону еще что-то более такого простого попсового. Гинга-Минга-Йо — это вот, грубо говоря, золотая середина, которую я готов терпеть. Да, окей, там все хорошо. Там и... Вроде веселая песенка, но при этом местами тоже криповый клип, когда вот это вот чудо-юдо там появляется огромное, глазастое. И текст прикольный, и Цуки там шикарная, как всегда, и все остальные там девчонки офигенные. Там очень классная рэп-секция, там классные переходы в клипе, хорошая песня, классная музыка. А потом у них просто пошло несколько вещей. Потом еще одна была, которая кавер на песню старую, которую они спели с автором этой песни. А потом вот несколько релизов было вообще мимо меня абсолютно. И тут вот в Dang мне наконец-то, я такой, окей, это опять немножко похоже на предыдущих Billie. Не до конца, но хотя бы есть шанс, что они не полностью пропали. Очень на это надеюсь. Вот, то есть сделали так, что вернулись к тому, с чего начали, но так, чтобы это было переварительно аудитории... Еще не вернулись. То есть, опять же, на мой взгляд, как раз Гинга-Минга-Йо... Да, Гинга-Минга-Йо как раз та вещь, которая вполне себе аудитории переварибельна. Ну, ты ее же помнишь, слышишь? Она, там ничего такого нет, чтобы сидеть и, боже, этот синт меня убивает. Нет, это совершенно нормальная песня, которая не бьет по ушам, в отличие от Рин-Рин. И там все нормально. Зря они просто оттуда ушли. Мне кажется, им нужно было хотя бы концепт Гинга-Минга-Йо эксплуатировать дальше. Хотя бы пытаться. Вот. Здесь
это не гинго-бинго-йо, но близко к этому направлению. Они, я почти уверен, что они в ринг-ринг уже не вернутся никогда, и меня дико расстраивает, но что ж поделать, как говорится, поди поплачь, Миша. Вот, таких вещей просто очень мало, и они долго не живут. Ну, даже банальные УСП, первая песня, которая Black Mamba, они вот жахнули этим концептом, опять же, крутым и демовским. И такой, да, какая песня, какая группа. Они потом, да, и он идет в задницу, этот концепт, потому что что-то он продался не очень хорошо, а другие песни, каверы и прочее, они продаются гораздо лучше. И все, они к нему больше не возвращаются и, скорее всего, не вернутся. Ничего не поделать. Так что остается только следить за новыми группами какими-то. Вот, и надежда на то, что какая-то из них выстрелит в этом плане. Вот, и, ну, пожалуй, TXT, песня, которая, этот, господи, Chasing That Feeling, она тоже неплохая. Полностью. Ой, там весь альбом вкуснятина. Ты все сказал? Ну, возможно. Кстати, нет, да. И единственное, что я скажу... Давай ты скажешь про хорошее, а потом я скажу про то, что меня разочаровало. Мы, возможно, сойдемся с тобой в этом. Да, давай. А, перехватываю венцо первенства TXT-шечки. Боже, какой вкусный альбом. Такой вкусный. Ой, какой вкусный. Я говорю, я, блин, думала, не буду заказывать, но, кажется, я буду заказывать. Очень шикарный альбом случился у них. Очень разношерстный в плане бисайдов. Ну, ты, наверное, бисайды не зацепил. Так, то, что выходило, пока грубо нет. говоря. То есть вот то, из того, что вышло, на что ты реагировал, это с... я забыла, с... испаноязычной женщиной. А, понял. Back for More. Да, да, Back for More, потом Chasing yeah. That Feeling, они вот с таким ретро-вайбом, получается, обе две. Uh-huh. А остальные песни, там что-то какое-то глэм-рок, чуть ли не глэм-рок, и какой-то балладный хопчик такой вот R&B-шечный, вот, потом рок-баллады какие-то, ну, короче, он прям вот разношерстный-разношерстный. Единственная песня мне, которая не понравилась, одна единственная, она так вот в стиле Jersey Club написана, ну, слишком финтифлюшечная по мне, там говорят какой-то перевод дюже интересный, что начинаешь по-новому смотреть на трек, но я обычно в перевод не лезу, мне как бы вообще... фиолетово, про что поют. Главное, чтобы хорошо пели. Вот. Единственная песня, которая не зашла, остальное, ну, прям вот перфекто конфетка. Замечательный альбом. То есть я не могу даже выделить какой-то один трек, там прям весь альбом классный. Вот. И второе, что мне понравилось, это не кей-поп, ну, в плане не попса именно, там другой жанр. Хотя эта группа называет себя, я не знаю, зачем они себя так называют, альтернативная мультинациональная кей-поп группа. Вот, называется она Balmintiger. Но это вообще так. не кей-поп, ни разу. Я не знаю, они, короче, психи вообще все полностью, весь состав. Я не знаю, ты реагировал на Sexy New Kim, Рэма и вот Balmintiger'ов? По-моему, нет. Нет, не реагировал. Если реагировал, ну, то умудрился. В общем, я не знаю, для интереса просто подсмотри для себя. Ну, это, ага. блин, они больше про хип-хоп. Я не знаю, ну, максимум инди какой-нибудь. Но альтернативная мультинациональная кей-поп-группа, это, конечно, сильно сказано, но они вообще офигенные все. Ну, то есть они, это вот, знаешь, именно музыканты. Не просто музыкант, я пою, я танцую, вот. Они прям вот музыканты, в смысле, сумасшедшие в этом плане. То есть они такую хрень пишут, но это так классно. То есть они вот именно как персонажи все интересные. Не какие-то вообще не от мира сего. Вот, у них альбом вышел вообще прикольный. Прям тоже не могу выделить какую-то одну песню. Советую послушать, кто любит разножанровую музыку в исполнении азиатов неких. Вот, послушайте. Mm-hmm. Очень прикольно. Там и рок, и попса, и какой-то инди, опять же. Вот. Прикольный вообще альбом. Вот это вот два, получается, коллектива, которые мне прям запали в душу за эти две недели. Ну-ка, давай, чего тебя расстроило теперь? Ну, я уже упомянул один. Не то чтобы я сильно ожидал, но меня местами даже выбесило. Джесси, не она конкретно, а ее песня «Гам». Это просто прям очень плохо. Там и клип дурной, и там в какой-то момент мелкая девчонка появляется, танцует. Тоже, прости, в какой-то момент Джесси — это мелкая девчонка, ну, не знаю, летом 12, может быть, 10, я не знаю, они там попами толкаются. Я прям детскую... Понимаешь, детскую считалку. Черти в озере купались, черти жопами толкались. Чтоб чертенка подтолкнула, чертенок утонул. Я такой, что это? И там текст, ну, тоже с намеком явно не на гамма, а на что-то сексуализированное. То есть, во-первых, что там ребенку делать? Во-вторых, ну, Джесси просто говорила, ох, в предыдущих-то агентствах мне не давали раскрыться. Заставляю что-то не то делать, а вот тут я так раскроюсь. И у нее то же самое, только еще более
ну, пошлое и глупенькое в данном случае. Ну, или там абсолютно глупый текст, там в нем нет ничего, там припев я тебе уже сказал, ну, по хорус, точнее, гам-гам-гам, ням-ням-ням. Вот, в принципе, и вся суть. Ну, у меня сразу Сири это... вспоминается вот после таких. И вот псу, ням-ням-ням, там-там-там. По мне это показалось еще более пошлым, еще более некрасивым. И опять же, там по музыке ничего нет, там нет ничего. Там ни музыки, ни, простите, визуала, ни текстов, ну, ни черта нет. И зачем для этого нужно было ходить в другое агентство, я не очень понимаю. У нее, у того же Сая была музыка гораздо лучше и тексты осмысленнее, да? У нас Сай, конечно, не... не то чтобы автор самых осмысленных текстов в кей-попе, но у него тексты нормальные, часто стебные, опять же, да. А здесь ни того, ни другого, ни третьего. Я прям сидел, сначала такой окей, а потом такой, меня это бесит начало. Там по реакции даже немножко видно, что меня это прям выбешивает. Ну, я ни вот. Реакцию, а ни так... сам клип да. не смотрела, мы на стрим оставим, поэтому... Посмотри потом, да, когда на стримах, стриме да, я не буду тратить на нее отдельное время на реакцию, все-таки, ну, я уже как говорила, то, что мне преимущественно не нравится то, что она делает. И, как бы, видимо, того, чего я от нее жду, не случится, наверное, в ближайшем будущем. Хотя, к слову о том, что... Ну, я смотрела Mo Talk, по-моему, называется. Ну, короче, у них на канале Mo Vision они, получается, выпуск JPEG и Джерси... Джерси. Джесси разговаривали просто, ну, как бы. Джесси в Джерси. Вот. И она говорила, что она вообще хочет какую-то, типа, детскую музыку делать. Представляешь? Ну, типа, там, бэйби... Ой, не надо! Не надо убить её детской музыки. Вот, то есть у неё какую-то вот в ту сторону, типа... вот, ну, я если честно, вообще не представляю, как, что это будет, но, видимо, Сай ей говорил то же самое, что как ты сейчас отреагировал, а, видимо, в Mo Vision JPEG сказал ей, пофиг вообще, что хочешь, то и сделаем. Делай, что хочешь, да. Да. Вот получили то, что получили. Не, бога ради, имеет полное право, но это... Ну, возможно, если ты говоришь, что ничего не поменялось, ну, как звучит так же, как у Сая, может быть, она просто, типа, ну, чем-то привычным для нее, как ее привыкли видеть, выпустила сейчас, а может быть, в дальнейшем она что-то эдакое будет выдавать? Ну, не то чтобы звучит, как у Сая композиторы были хорошие. Все-таки они ей писали музыку. Это была музыка, а здесь это не сильно, опять же. Это все еще не музыка. Вот, особенно местами. Так что это просто по стилю тоже. Просто оно еще... задаунгрыжено. Вот и все. А разницы принципиальные, разницы не вижу, хотя разница по качеству, на мой взгляд, видна за километр. И когда она была до Сая, тоже, опять же, музыка у нее была, на мой взгляд, заметно лучше. И тексты были поинтереснее. Ну, не то, что я фанат, опять же, это тоже немножко не мой стиль. Но тут вот настолько не мой, что дальше просто некуда. Блин, Мани на фоне этого шедевром кажется по смыслу. А уж по музыке так тем более, извините. Все познается вот. В сравнении. Именно. А что меня именно разочаровало, это Son Mi. Мне вообще не зашла песня. Это капец. Я очень расстроен именно потому, что если бы просто вышла средняя песня, бог с ней, бывает. Но я в этой песне вижу отличную песню. Вот идет куплет, куплет про... Три штуки, да. Скажем так, я вижу две хорошие, одну великолепную песню, одну очень хорошую. То есть великолепная песня это куплет. Ага. Куплет, отличная песня, прихорус. И в хорусе, в припеве это все просто убивается. Это просто реально три вот разных куска. Опять же, отдельно, может быть, припев тоже бы куда-нибудь нормально зашел. Да-да-да, он вполне интересный. Себе. Он, да. Да, он забавный. Согласен, он забавный. Опять же, он немножко из того, что мне сейчас кей-поп не сильно нравится. Но если бы, опять же, его приставить куда-нибудь, пристроить, будет. Да, оно было бы нормальное. А это просто настолько несочетаемые три вещи. Это местами даже хуже, чем он микс. Ну, Серый, я слушаю такой, ёлы-палы, да как это? И он микс мне хотя бы, когда вот были две песни, которые просто вот так вот склеены, да, они... У тебя там заканчивается, да? Нет, или... еще нормально все. А, нет. Ну, и все равно мы почти заканчиваем, кстати. У них хотя бы эти две песни мне не обе не сильно зашли, поэтому мне не обидно. А здесь мне очень обидно, потому что я мог от Son Mi получить одну чуть ли не из лучших ее песен. И к тому же я потом подумал, как это, а потом выяснили, у нас в чатик скинули, да, там ее интервью, она сказала, вот, изначально написали вот такую песню, видимо, с куплетом и с прихорусом, которые все-таки друг друга нормально переходят. Немножко они различаются, но нормально переходят. А потом такая, а я говорю, а давайте вставим вот такой вот припев. А композитор такой, а может нет? Она такая, а я хочу. Ну, это я уже предполагаю, конечно, да. Восстановление событий в моей голове. А Son Mi такая, а давай, я хочу. Композитор такой,
твою мать, ну давай. Ну окей, вот ну вставил, посмотришь потом, во что это выльется. Блин, я говорю, очень обидно, потому что они все три интересные были бы тремя разными песнями, и я бы с удовольствием их слушала, но я не могу слушать это вот в этой солянке. Хотя, я не знаю, может быть, это реально специальный ход, потому что в самом клипе там вообще история про экзистенциальный кризис автора, по сути. Ну, то есть, это вот история, которую она там показывает. Может быть, они специально это вот так вот завернули, что это вот автор не может творить, он пишет какую-то хрень. Оно все вот в теории прекрасно, но получается какая-то ерунда. Изначально задумка это не было. Собственно, по словам Санми. Как минимум, может быть, то, что различается так куплеты и прехорус, может быть, и было задумкой, да, а то, что вот припев такой, это именно, опять же, по ее словам, собственно, да, если мы ничего не перепутали, это она так захотела. Она хотела вот именно что-нибудь такое эдакое вставить, разрывное. Опять же, может, у нее такая задумка. Но я всегда говорю, я очень рад за вас, что вы так задумали, да, я очень рад, что вы придумали сделать там, например, куплет из двух слов. Возможно, в этом идея. Я очень рад, что вы сделали песню, которой музыки практически нет. Может быть, в этом идея. Но мне это не должно нравиться. На мой взгляд, всегда любую тему, любую идею, не знаю, какой-то вот бардака в голове у автора, не знаю, психопатичности автора, да, там, каких-то проблем у исполнителя с головой или наоборот, там, какого-то восторга, всегда можно реализовать путем музыки. И все это можно грамотно вместе склеить так, чтобы ты... скакало, вот, да, вот, твое внимание, и чтобы были неожиданные моменты, неожиданные ходы, а внезапно музыка вообще закончилась, а потом началась заново, и ты не сказал, твою мать, почему мне только что оборвали весь кайф, а наоборот сказал, блин, как круто. То есть иногда это можно чем-то агрессивным и очень резким делать, но это можно делать маленькими фишечками, да, там, банально, условно, не знаю, для чего это сделано, но в Ive, которая Love Dive, да, в какой-то момент, вот во втором припеве, там просто на буквально долю секунды пропадает музыка, хотя до этого не пропадала. И это вещь, которая позволяет зацепиться еще сильнее за этот припев, собственно говоря. Вот, там, где вот они второй раз, они перед этим отрубают музыку полностью, буквально на долю секунды, и потом она продолжается. И это очень круто, за это цепляешься. А здесь ты за это не цепляешься. Ты, конечно, цепляешься, он так, типа, бэмс! В стену бахнулся головой в каменную, такой, ёлы-палы, а чё было-то? Была же хорошая песня. Чё началось-то? Очень обидно. Прям мне давно обидно было, пипец. Да. Очень хочется верить, какой что Сунми какой шикарный куплет товарищи. Начался, но я прям такая, это же ретро-вайбы, которые у Сунми такие вкусненькие всегда. А потом такое, та-да-та-да-та-да-та. Я такая, так, а это у нас что началось? И потом этот Stranger. Да. Я думаю, что происходит вообще? Вы где? Алло? В общем, причем именно по мелодии мне куплет показался вообще одним из лучших в ее карьере. Вот настолько он меня зацепил. И я реально, как и ты, я не могу ее слушать сейчас. Потому что я слушаю куплет, потом мне просто как серпом по известному месту. Хренах себе! Я такой, за что? Вот такие вот пироги, ребята. Вот, как-то так. Вот такие у нас, видите, и довольные, и... И разочарование. Довольствие и разочарование. Как-то так. Ну что ж, товарищи, все получается. У нас подкаст подошел. Все получается. Подходит к своему логическому завершению. Ну и ну. Караул. Скоро вообще по 5 часов будем записывать. Нет. У нас есть подкасты на КГ некоторые, которые по 5-6 часов записываем. Там обычно 5-6 человек. Так что у нас, я думаю, наш предел это часа 2, а скорее всего все-таки 1.5. После подрезки. Спасибо всем, кто нас слушал, особенно тем, кто нас слушал в прямом эфире, и тем, кто нас поддерживает. Мы благодарим всех наших спонсоров, тут где-то сейчас пойдет уже их список, наконец, там пока всего 2 человека, но и какая разница, пусть там будет лучше, заходите на boosty.to/mishurapodcast. Повторюсь, нам приятно, вам полезно, всякие бонусы, чатик, вот, вопросы, онлайн-трансляции, т.д. и т.п. и бонусные новости. Вот, и подписывайтесь просто на канал, и переходите обязательно на канал Шуры. На мой не нужно переходить, вы уже там. Да. А на Шурин обязательно сходите, переходите, послушайте. Смотрите, и приходите на стрим мы. Кстати, вот в это воскресенье ожидается стрим по пропущенным мною релизам. Какой сейчас месяц? Октября. Запуталась. Октября. Да, вот так вот. И пишите комментарии, всем пожалуйста. Пока. Очень интересно читать ваши комментарии. Пишите. Это правда. Я так приятно, много комментов у нас было. Да. Пишите еще больше. Всем пока. Всем пока-пока.